В Норильске начали асфальтировать дворы. Для северного города это очень важное и значимое событие, так как дворовые проезды не ремонтировались 10 лет. Где именно делать ремонт, в этом году выбирали не только специалисты, но и жители заполярного города. Всего в этом году заасфальтируют 54 двора. На это потратят из краевого и муниципального бюджетов 112 миллионов рублей. Я думаю, что такие работы очень значимы для Норильска, поскольку, я повторюсь, что давно, да, порядка, я не знаю, ну, лет 10, наверное, у нас асфальтировка дворовых территорий в принципе не велась. И, естественно, за это время в условиях наших зим, в условиях оттепели, да, дворовые территории, ну, мягко говоря, в неприглядном состоянии, а где-то вообще в катастрофическом.